Всем привет! Ко мне обратился пользователь Светозар. У него, значит, возникла проблема, как, значит, вставлять ВКонтакте фотографии, потому что там при попытке вставить фотографию вот видна только вот одна фотография. А на винде у него сразу появляется огромное окошечко, вот такое вот, как здесь. Значит, и вот он спрашивал, как это дело решить. Поэтому, значит, вот я предложил свой метод решения. Посмотрите, может быть, вам он и пригодится. Алексей, доброго времени суток. У меня возникла небольшая проблема. Есть такой вопросик, которым я хочу поинтересоваться именно у вас, потому что ваши сборки меня вдохновляют, ваши сборки меня радуют. Вы человек, который делает действительно нужное и полезное дело. Хочу свою супругу перевести на Linux, на вашу сборочку. И я не могу этого сделать по одной причине. По причине той, что моя жена занимается работой ВКонтакте, она помогает дочери в репостинге групп, то есть нужно постить фотографии. Смотрите, что получается, если мы в Windows пытаемся загрузить фотографию, допустим, да, выходим в изображение, вот, мы эти изображения здесь можем видеть. Посмотрите, мы можем их видеть вот в таком формате. И если заниматься постингом, то мы можем сразу вот такие вот изображения вставлять, например, чтобы делать посты, да, ВКонтакте, работать по страничкам групп, мы можем сразу видеть здесь, что у нас изображено на этих страничках, правильно? В Linux такого, к сожалению, нет. Вот. Такого нет. В Linux получается совсем другая вещь, абсолютно. Там нет таких картинок. Это очень неудобно и невозможно работать вот с таким вот. Моя супруга очень хочет перейти на Linux уже давно, но вот эта вот причина у нее, она присутствует. И я ничего не могу в данном случае сделать, понимаете? Вот. Потому что в Linux, когда выходишь в изображение, вот, в Linux, то, как вам сказать, ты картинок. И там только идут значки, а как их увеличить, как это сделать, я не знаю совершенным образом. Поэтому я прошу вашей помощи подсказать, если такое возможно, сделать так, чтобы я мог нормально в этом работать, так же, как в Windows. Итак, после выхода видеоролика, как вставлять картинки ВКонтакте, появилось вот такое вот интересное сообщение от Дениса Пасвенкуса, не знаю, правильно или нет, но дело-то в том, что Денис большая умничка. Он предложил вот очень такой простой способ вставки. Как говорится, а что тут голову ломать? Вот посмотрите. Значит, Спитозар задал вопрос, значит, как там из менюхи закидывать фотографии. И по сравнению с виндой вроде бы как что-то не получалось. А вот посмотрите, как Денис оригинально предложил с этим вопросом, значит, поступать. Вот симпатичную берем собачонку и перемещаем ее вот сюда. И посмотрите, вот пошло меню загрузки. Вот именно вот это, насколько я понимаю, от меня Светозар и просил помочь ему. Я, значит, до полдороги дошел, но вот, как говорится, хорошо, что вот есть вот такие вот умные пользователи, за что, значит, Денису выражаем, значит, благодарность.
которые просто-напросто вот предложили такое простое решение. Значит, я считаю, что теперь, значит, Светозар, ваша жена, значит, может, думаю, что уже переходить на Linux вполне спокойно, потому что проблемы у нее теперь уже не будет. Видите, да? Все нормально вставляется, и вставляется вот как вы хотели, значит, при выборе вот таком вот. Все тоже остается. Ctrl плюс там нажали. Ctrl, значит, минус. Без разницы. Просто, значит, вот взяли и перенесли в картинку. Вот. И вот пошла линеечка, вернее, прогресс-бар загрузки файлика. Вот и все. То есть, вот видите, как бывает полезно мнение других пользователей, потому что у них иногда бывает гораздо лучшее решение. То есть, вот что-то там не получается, там, а вот люди, как говорится, берут и помогают. Так что я выражаю огромную благодарность вот этому пользователю, Денису, значит, и желаю ему всяческих благ, потому что у многих людей стояла такая проблема. Я, допустим, этими делами вообще часто не занимаюсь. А вот кто встречался с такой проблемой, теперь не знает, что в Linux это решается очень, скажем так, оригинально, красиво, легко и просто. Вот таким вот образом. Желаю вам всяческих удач и до новых встреч.